Саша. Виктория Втулка. А разве друга надо звать? А разве друга надо звать, когда темно в пути, когда дороги не узнать и нету сил идти, когда беда со всех сторон, когда при солнце ночь, да разве не увидит он, не ринется помочь? Ведь он не сможет есть и спать, когда такое вдруг. Но если друга надо звать, то вряд ли это друг. А ты не уходи. Мы знаешь, что сейчас с тобой сделаем? Какой Новый год без Снегурочки? Давай ее позовем. Позовем? Да! На 3-4? Да! 3-4! Снегурочка! 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 Ну выходи уже, Снегурочка! Не выходит еще раз. Громче! Снегурочка! И фонограмма. Снегурочка! Укутаны снегом дома и деревья затихли под вечер ветра. И словно жар птицы нарядные перья на окна блестит мишура. Пусть звезды зажгутся цветными огнями, луна потихоньку зайдет. С весенним, с подарками, проходит в канун самого доброго и радостного праздника Нового года. И я хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, счастья и чтобы исполнились все ваши мечты. С Новым годом! С Новым годом поздравляю! Пусть счастливым будет он и хорошей вам погоды в доме, в жизни, за окном!